Всем большой привет, мои хорошие. Не знаю, когда вы смотрите это видео точно, но если кто был у меня на канале вчера, то я рада приветствовать вас так часто. Я до сих пор нахожусь в восторге от своей комнаты, да, ничего не изменилось, и снимаю поэтому на этом же фоне. Если кто не смотрел видео, которое вышло вчера, то обязательно его смотрите, оставлю в подсказке это видео. Там я делала вот эту сетку красивую, бронзовую, сделала я ее из трубочек и палочек для суши. Надеюсь, я вас заинтересовала, поэтому переходите, смотрите, я очень старалась. Ну а сегодня мы будем смотреть очень много вещичек с AliExpress для девчонок. Давайте скорее начнем. На самом деле сегодняшнее видео можно спокойно назвать няшный алик, потому что вещей розовых будет предостаточно. Первое, что хочу показать, до сих пор еще не раскрыла его полностью и не осматривала сама, это вот такой розовый рюкзак. На самом деле мечтала о нем уже давно и считаю этот рюкзак поистине летним. Самый главный момент. О, у него, оказывается, тряпочные ручки. Смотрите, рюкзак полностью резиновый, не подойдет для осени, ну, да, наверное, точно не подойдет, потому что в нем есть дырочки. И если в вашем городе идет часто дождь, то не советую его надевать, потому что все содержимое промокнет. Есть вот такие веселые патчи, которые еще больше поднимают настроение. Мне вообще кажется, что любой образ станет намного веселее с этим рюкзаком. Ну, хочу, кстати, заметить насчет вот погоды, то, что дырочки расположены, по сути, только на лицевой стороне. И если даже будет дождь капать сверху, он будет небольшой, то у вас ничего не промокнет, потому что, ну, вот так все равно ничего залетать не будет, если там не супер какой-то косой такой дождь. Следующая такая летняя вещь, и вещь, которая продается также на сайтах Shein, Romvi, но там эти очки закончились. Я думаю, что вы подобные очки уже давно видели в модных инстаграмах, у модных блогеров. На самом деле меня очень привлек мрамор, я не знаю почему, но в последнее время мне он как-то очень сильно нравится. Если раньше мне он в принципе нравился, но я как-то не использовала его в своих там одеждах, в своих блокнотах. И сейчас я прям все скупаю, все, знаю, все, где есть этот мрамор. Ну и вот очки стали как раз-таки одним из этого всего. Форма у них такая продолговатая, сейчас это модный стиль 90-х, стиль 80-х. Также, не отходя далеко от кассы мрамора, я заказала себе мраморный попсокет. В принципе, на моем телефоне сейчас и так есть мраморный попсокет, но там надпись у меня бронзовая. Найти бы сейчас мой телефон. Здесь у меня надпись Believe in yourself, верь в себя. Ну, если здесь у меня летний чехол с розовой такой, с фламинго, мне показалась эта надпись более такой вдохновляющей, что ли, то здесь надпись Strong. Да, этот попсокет я оставила для более такого, знаете, строгого чехла, что ли, но пока у меня такого нету. Мне на самом деле сегодня действительно очень много вещичек, которые прям мне все нравятся, и я уверена, что я буду их носить. Например, как вот это няшное платье. Действительно няшное, потому что я, когда его надеваю, я чувствую себя, ну, такой летящий, парящий. Я уже говорила это в моем видео, подписчики управляют моей жизнью. Кстати, спасибо вам, что помогли мне снять это видео. И вы не выбрали это платьишко, хоть и я даже расстроилась, потому что в тот день я действительно очень хотела его надеть. Оно на спущенных плечиках, здесь завязываются два бантика, и так аккуратно оно облегает ваше тело, что вы действительно становитесь будто бы пушинкой такой, розовой, красивой пушинкой или зефиркой. Особенности подходят для жаркого лета, которое у нас каждый раз в Краснодаре. Уверена, что это платье я никому никуда не отдам и не продам. Но если все-таки хотите купить какие-то мои вещи, которые мне уже не нужны, то заходите на мой инстаграм-магазин Ирина Dream Shop и можете писать мне там в директ, если вам понравилась какая-либо вещь и хотите вы ее заказать. Ну а следующая вещь для декора и интерьера вашей комнаты. Если у вас белая стена или есть местечко, допустим, как у меня над комодом, я думаю, что я применю эти реснички без труда. Скорее всего, я приклею их на свою белую дверь, и это будет выглядеть очень красиво. Приклею я их с помощью двухстороннего скотча. Вы можете посмотреть тоже себе такие деревянные реснички. Они стоят что-то около 100 рублей вообще на AliExpress. И хочу вам дать совет, что если вы ищете какие-то там вещи для декора интерьера комнаты, то вы можете посмотреть их на AliExpress. Их там достаточно много. И недавно в своем новом видео тоже я показывала то, что я заказывала для декора как раз
таки своей комнаты, тоже можете его посмотреть по подсказке. А следующая вещь — это такой вот белый пиджак, точная копия из Зары. У него 3/4 рукав вот с такой резиночкой, создается впечатление, будто бы вот так немножко подкатили этот рукав. Также здесь нет пуговиц, то есть этот пиджак носится не застегиваясь, вы просто его как бы накидываете сверху и идете куда-нибудь на вечеринку, в какой-нибудь, в офис в тот же, или же да просто на учебу. Я считаю, что каждую девушку пиджак украшает, делает ее элегантней, так статуснее и даже такой секси. Следующая вещица пришла ко мне совсем недавно, и я ее тоже, как видите, не распаковала. И вот так все приходит в такой коробке. И сейчас вы увидите, что здесь. Вы только гляньте, какая милота! Это единорог! Представьте, как он классно будет смотреться. Вот там у меня на столике моем туалетном. Блин, это супер. Это копилка. Не пугайтесь, здесь не матовое стекло. Здесь просто нужно отклеить наклейку защитную. Да, слава богу. Я так сейчас корябала ногтем, что вот тут у меня появились дикие царапины. Но все оказывается нужно сделать с умом, а не как Ира. Нужно открутить болтики и уже снять защитную наклейку. И тогда у вас будет абсолютно прозрачное здесь стеклышко, а не вот такое матовое с такими царапинами, какое оно у меня сейчас. Здесь такие золотые блестки. И если в вашем интерьере присутствует золото или розовые цвета, то единорожка, копилочка впишется самое то. Вот здесь есть сверху дырочка, куда вы будете кидать монетки или купюры и тем самым экономить. Как вы видите, я сейчас стремлюсь экономить, но экономлю я не только тем, что купила сейчас себе копилку. Я всегда пользуюсь кэшбэк-сервисами при покупках всех своих в интернете. Вы также можете использовать кэшбэк-сервис и экономить все свои деньги. Если вы не знаете, как это делать, то я сейчас вам обо всем расскажу. В первую очередь вам необходимо зарегистрироваться на кэшбэк-сервисе Мегабонус. Это сделать буквально несложно. В два клика вы уже зарегистрируетесь, зайдете через любую свою социальную сеть или через свою почту. Это все быстро происходит. И после этого установите расширение для браузера. Так вы никогда не забудете включить кэшбэк, когда будете покупать все свои какие-то товары на любом из интернет-магазинов. Интернет-магазинов у Мегабонуса очень много, более 500. И вы сможете экономить на каждом из них. Это тот же магазин Литуаль, Алиэкспресс. Кстати, я выбираю Мегабонус из-за того, что там самая высокая ставка по кэшбэку. Аж 10% вы сможете сэкономить сумму, которую вы покупаете, до 40%. Вы даже для интереса сложите сумму всех моих покупок с этого видео и отнимите 10% и посмотрим, сколько я сегодня сэкономила. Я пока еще сама этого не делала, но тот, кто напишет в комментариях правильное число, попадет в следующее видео. Давайте устроим такую игру. Ну и я также советую вам рассказать про Мегабонус всем своим друзьям, ведь на Мегабонус есть такая фишка, что вы получаете 50% кэшбэка от покупки своего друга. Это очень круто. Если у вас есть подружка, которая постоянно что-то покупает в интернете, срочно скиньте ей ссылку на Мегабонус. Кстати, на секундочку отойду от AliExpress и покажу вам вот эту просто невероятную свечку. Если любите запах маракуйи, то эта свечка просто создана для вас. Зайдите в Икею. Это просто сумасшедший летний запах маракуйи. Идеальная свечка за 160 рублей. Кайф! Следующая очень интимная покупка, но такая необходимая для девушки, ну, по крайней мере, для меня точно, это вот такие, я называю это сосочки. Я понимаю, что, возможно, кому-то сейчас станет неудобно, но что в этом такого, согласитесь? Вот это вот такие накладки на вашу грудь, которые можно носить и год. Я думаю, что они даже через год будут так же липнуть. Удобнее всего покупать силиконовые, потому что одноразовые, ну, это просто, мне кажется, выброс денег на ветер. Я ставлю ссылку вот на эти сосочки. Они незаменимы этим летом для меня. Я вот ношу вот это платье и думаю, что и следующим летом, и все последующие лета я буду точно их носить, потому что, ну, реально, со всякими кроп-топами, со всякими вот такими топиками на таких завязках, это просто очень удобно, ведь лифчик нигде не торчит, ничего не выпирает, ничего не видно, и
Ну просто шикарная вещь. Следующий вот такой красивый, элегантный пиджак. Пиджак-платье с огромнейшим декольте. Если у вас шикарная грудь, то вы можете себе позволить вообще, в принципе, сюда ничего не надевать. Да я, в принципе, думаю, каждая может себе позволить ничего не надевать. Или надеть что-то такое кружевное, какое-нибудь платье с каким-то небольшим таким элементом, конечно, кружева, чтобы это не выглядело совсем вульгарно. Также, мне кажется, сюда может подойти даже обычная белая футболка. Она не будет никак перегружать именно этот образ. А здесь внизу нет шорт, здесь действительно такая юбка, то есть длинный пиджак, по сути, и все. Мне он очень понравился. Я давно, в принципе, себе такой хотела, потому что считаю, что если, например, даже с таким пиджаком купить какой-то большой пояс, очень красивый, с красивой бляшкой, то будет смотреться просто шикарно, и вы будете выглядеть очень дорого, даже вот в пиджаке, по сути, с AliExpress, да, казалось бы. А еще немаловажно подобрать под такой образ с таким пиджаком очень красивые какие-нибудь украшения. Вот, например, смотрите, здесь винтажные пуговицы, и почему бы не надеть вот такие винтажные сережки под него и не сделать образ еще более дороже. Также хотела бы показать с этого же магазина вот такое у меня пальто. Это пальто, знаете, а-ля драповое, что ли, это так называется, кажется. На самом деле, это пальто, сейчас вам скажу, XL. Меньше не заказывайте, вообще не нужно. Знаете, пальто-накидка, то есть не более. Лучше его не застегивать, носить на уже такую прохладную весну, вечерком. Прямо сейчас, мне кажется, в Москве, в Питере будет отлично. Вот такие пальто. У меня сегодня очень такая интересная распаковка. Были накладные сосочки, теперь еще и накладные реснички вот такие для девчонок. Это магнитные ресницы, которые я заказала на самом деле еще зимой. До сих пор я их не попробовала. Они у меня завалялись в другой комнате. Я их потеряла и нашла в ящике с канцелярией. Вообще, вы представляете, не знаю, каким образом они туда попали, но это очень модные, интересные реснички. На них расположены малюсенькие магниты, и вам больше не придется пользоваться клеем. Я просто в восторге была, когда увидела подобные ресницы. Очень удобно хранить их в этом контейнере. Магниты сходятся отлично, и реснички действительно становятся длиннее и выглядят намного естественнее, чем вы паритесь там с клеем, приклеиваете их полжизни, потом они там отваливаются, отклеиваются. Здесь все намного проще. Главное это убедиться после того, как они к вам пришли, что магниты сходятся именно ровно, да, чтобы не было какого-то перекоса и брака, в общем-то. Поэтому, если попадется брак, то обязательно подавайте жалобу и чтобы вернули вам деньги. Следующая покупка это тоже одежда, которая пришла ко мне буквально вот вчера. Я подумала, что вставлю в видео няшный алик это или вот такое вещи для девочек. Какая она мягкая, я еще даже ее не трогала. Невероятно мягкий материал. Я и подумать не могла, что она такая мягкая, когда она лежала в пакете. Здесь вот такой модный просто. Ну, я не знаю, это было, конечно, модно, вот этот огненный трэшер. Помните, это было еще прошлым летом. Ну вот, Ира запоздала, но мне нравится все равно. Кто бы что там ни сказал, это кроп-кофточка. Рукава невероятно мягкие, знаете, это такое чувство, будто бы это какой-то бархат. Так прям, ну, вообще, она обволакивает мои руки. Хочется трогать их. И я не обошла снова подушки, вернее, наволочки с пайетками. Это тоже мое пристрастие, моя любовь. Наволочка у меня белая, называю ее голографической белой, потому что она с таким розовым отливом, но и также она превращается в матовую наволочку. Подушки антистресс. Вторая наволочка намного интереснее, она вот такого богатого розового цвета. Отлично подойдет под мою комнату. И что, классно? Смотрите. Она превращается в золотую наволочку. Это прям идеально. Очень классно. Еще одна наволочка. Я заказала бронзовую. Я не знаю, она какая-то вроде бронзовая, если посмотреть вот так на солнце. Если в тени, совсем прям супер ярко бронзовый. И он превращается тоже в светло-золотой такой оттенок. Кстати, вы можете заметить, как сильно различается золотой цвет. Здесь такой приглушенный золотой, а здесь прям такое желтое золото. И это были все вещи на сегодня. Я хотела бы передать приветы всем тем, кто нашел пончики в прошлом видео. Привет вам всем! И также вы можете найти в этом видео пончики и писать время их появления в комментариях. Ставьте по
палец вверх, если вам понравилось это видео, и чтобы добавить его в понравившиеся и больше не потерять эти вещички. Желаю там удачи всем тем, кто сдает экзамены, я тем временем тоже их сдаю, и надеюсь, что вы меня не будете терять. Кстати, хочу обрадовать, что мы увидимся уже буквально там послезавтра, поэтому все. Подписывайтесь на канал, не забывайте это делать, чтобы не пропустить новые видео. Всем пока-пока и, конечно, мечтая, действуйте и никогда не останавливайтесь.